Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Рэм, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Лед и Пламя. И сегодня мы будем с вами... О, подождите, так кого я там вижу? Кто украл Белоснежку? Так, это самое, это кто там? Градус, Юни... О, нифига себе, Юни, дрова. А смотри, что я принесла. Нифига себе, а ты откуда вот это вот все взяла, вот эти наряды? На рынке купила, признавайся. Ну, это в смешных смешных ценах. В ЦУМе купила. Да, в ЦУМе купила, в смешном ЦУМе. Спасибо. Ну, кстати, выглядит довольно-таки неплохо, да, для ЦУМа, для смешных цен. Ну-ка, опа. О, теперь я это сам... я понял, что это. У меня, короче, такое было. Это, знаешь что, это броня из драконьей чешуи. Она очень прочная и очень классная. Блин, мне, кстати, реально идет. На бирке, правда, было написано пластик, но я думаю, это, да, это чешуя. А, да, пластик. Спасибо, спасибо огромное. Но я думаю, у тебя тоже там было написано. Да нет, я там в настоящий ЦУМ ходил. То есть, да. Да. Ага, да. Понятно, понял тебя. Так, короче, знаешь что, вот ты вот мне подарила такую классную броню, все равно спасибо тебе огромное. Я думаю, ребятки, это заслуживает лайка. Гуччи флип. И мне это напомнило опять мой любимый мультфильм «Как приручить дракона». И если ты помнишь, там у него был такой крутой меч, который был еще к тому же огненный. Да, вспоминаю. И я, значит, хочу себе вот точно такой же. Но только знаешь, в чем вопрос? Как его сделать? Ну, слушай, если по логике, у нас тут есть беззубик, у нас тут есть дневной фурия, то 100% должен быть и этот меч. А тебе обязательно, чтобы он как урон наносил? Просто я там в смешных в ЦУМе видела меч огненный. А, да, огненный. Так, и что, почем продается? Он тоже пластиковый, да? Ну, он просто 0 урона наносит. Я там, кстати, себе меч тоже купила. Так. Вот он. Нифига себе. Так, вот это тот самый меч, да, о котором ты мне говорила? А написано, что это палка. По-моему, тебя на... Черт. Короче, в общем-то, неважно, держи свой меч, но я хочу себе настоящий огненный. Ага, и что? Я не знаю, как его сделать от слова совсем. Если серьезно, то, в принципе, я могу предположить, как его делать. Для этого нужен огненный дракон, для этого нужны какие-нибудь колбочки, и для этого... подожди, стой. Я, по-моему, дурак. Что, почему? А, да не, ничего, у меня просто флешбеки из Вьетнама. А что за флешбеки-то? Ой, так, господи, что происходит? Где Джек? Где Градус? Ребята, вы где? Так, тут пещера какая-то. Блин, где ребята? Что это за звуки? Капец. Что это, подождите? Так, Джек, не ломай мне мои вагонетки, получай. Что за бред? Перезаряжайся, получай взрыв. Градус, опа! Джек, что вы делаете? Ма. Блин, Джек, не стреляй, я эту машину 2 дня по деталям собирал. Машины, что это такое? А моя большая. Ну и что, Райм, мы вообще-то тут собираем мега крутые машины, которые умеют делать вот так, смотри. Ну-ка, о, нифига себе. Как? Мои вагонетки, ребят, нет, получай. Ребята, стоп, посмотрите на меня, подождите, хватит драться, господи, что это такое? Джек, Градус, вы что, хотите поиграть в игру, где можно собрать свою машину и неплохо провести время? Ну, получается, что так? Тогда вот это все, говно, полное говно, это все не то. Мы долго настроили, что нам теперь делать? Где набрать столько новых деталей? Градус, конечно же, в Кроссаут. Чего? Кроссаут, онлайн-экшен с боевыми машинами. Получил безумное обновление Doomsday Cars. Теперь еще больше огня, взрывов и разрушений. Прокачивай Battle Pass и получай новые уникальные детали, чтобы собрать свою тачку. Теперь всем игрокам доступен новый гараж. Испытай десятки оружий уничтожения, пулеметы, бензопилы и многое другое. Побеждай в битвах и выполняй задания. Используй найденные запчасти, чтобы улучшить машину или создать абсолютно новую. Сражение против других игроков, битвы с боссами, сюжетные режимы и даже королевская битва. Выбирай, что хочешь. Создай в гараже уникальный стиль, покрась кузов, нацепи пару черепов и уточку, чтобы все боялись. Качай Кроссаут бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы для побед. Ну что, ребят, погнали вместе играть в Кроссаут! Погнали, Райм, но только вот ты нам сломал машины, поэтому... Да, со мной все хорошо, эти флешбеки из Вьетнама. В общем-то, не важно. Так, я вообще-то хочу покушать, и тут у нас есть сундучок и яблочко. 2 яблочка. Так, ну надо с тобой поделиться, наверное, все-таки. Держи одно. И я скушаю тоже одно. И что там у нас был? Обсидиан, по-моему. Обсидиан и железный шлем, железные поножи, еще один железный шлем. Нам это, в принципе, не надо. Так, и золотой слиток. Из него можно сделать 9 зубов. Тебе нужны зубы дополнительные. Держи. Через пару лет точно пригодится. Спасибо, очень заботливо. Я пошутил. Не бей меня, пожалуйста. Пау. А! Не пугай меня. Ладно, давай добудем пшеничку. Помоги мне, пожалуйста. И надо сделать сейчас будет что? 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 Ты знаешь, что надо сейчас будет сделать?
Хлеб. Неправильно. Верстак. А зачем ты собирал пшеницу? Чтобы сделать хлеб. Но для этого нужен верстак. Ты новик в Майнкрафте. Оп, 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 оп. А! А! Зуб! Зуб выбил хлебом. Держи 6! Спасибо! Я к стоматологу, пока! Давай, да подожди, ладно, это самое, шутки в сторону, на хлебушек, хлебушек, хлебушек. Ну, а пока что добудем оставшуюся пшеницу. Видимо, хлеб-то был из этих самых, из твердых сортов. Ну, ничего страшного, надеюсь. С тобой же все хорошо? Теперь я твоя мамочка. А! Что? Что это сейчас было? Че? Подожди, у меня глюки. Что такое? Что? Я ничего не говорила, я молчала. Так, я все записал, у меня все записано, у меня все записано. Ребята, напишите в комментариях, либо это у меня шиза, либо это у нее эти самые демоны. Демоны в голове заспавнились. В общем-то, ладно, неважно, надо сейчас переждать ночь так. А сделать это можно одним проверенным способом. Авымбува, 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 авымбува. О, все. Получилось! О, картошечка. Картошечка, это тоже важно. Вот вы их спрашиваете иногда в комментариях, зачем я постоянно это все добываю. Ну, ребят, мы с вами путешествуем, путешествуем. А для того, чтобы путешествовать, нужно с собой носить запасы еды. А это, да. Только ты ее постоянно теряешь. Кого? Ну, ты идешь, и тебе просто сыпется из карманов. Вот так крошки за собой оставляешь. А что, если это самое? Я слишком много с собой беру про запас. Нас же много. Ты, градус, утенок Джек. Ну, ладно, утенок Джек сейчас с Настей этим самым. На своем острове. А у нас же еще есть Беззубик, который очень любит кушать рыбку. У нас есть дневная фурия, которая снежинка, которая как ее забыл, как ее зовут? Белоснежка, да. Прости. Угу. Знаешь, как я вообще тебя нашла? Просто по крошкам вот так шла, летела. Ой, все, видишь, я приношу пользу. То есть я, вот если бы не мои вот эти вот крошки, вот эти вот, ты бы просто не нашла деревню и все. Ну вообще да. Угу. Кстати, а пшеницей можно разжигать печку? Не, нельзя. Да. Спасибо, спасибо огромное. И так, 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 так. Опа, жарим картошку. Тунц-тунц, мы жарим картошку. Тунц-тунц-тунц, мы жарим картошку. Тунц-тунц-тунц, мы жарим картошку. Тунц-тунц-тунц, мы жарим картошку. Ха! Изумруда. Я тоже так думаю. Ты поняла? Поняла, да? Поняла? Поняла, что мы пожарили картошку. Тунц-тунц, мы пожарили картошку. Тунц-тунц, мы пожарили картошку. Не, ну вообще капец какой-то. Так, ладно, и что я там говорил, нам нужен кто? Огненный дракон. Да-да-да, именно он, поэтому Беззубик, сейчас мы с тобой полетим на далекие земли и попытаемся найти огненного дракона. И для этого надо попытаться взлететь, так мы это сделали с тобой. И где-то здесь 100% должно быть логово. Так, я там уже что-то вижу, а нет, это обычная лошадь. Так, наконец-таки мы нашли логово дракона, и где же сам дракон? Так, вот это, ой-ой-ой, я его видел, я его видел. Он оранжевый, да-да-да, это огненный дракон. То, что нам надо. Так, тут у нас еще обсидиан. Да для чего он мне нужен? Много железа, много золота, всякого непонятного. А! Куча-куча золота. Белоснежка у меня вообще бесстрашная, походу. Ходит тут, вертит. Все, это ее логово. Да блин, ты будь поаккуратнее, потому что этот дракон безумно-безумно агрессивный. Его нету, кстати. Он что-то застрял в деревьях такой. Ну и хорошо, тем больше времени у нас будет для того, чтобы сделать кое-какие защитные инструменты. Такие, как мечи, например. Так, делаем верстак еще один. О, тыковка, добрый день. И делаем быстренько себе по мечу. Я сделал как раз таки 2 меча нам с тобой, держи один. И слушай, ты взяла с собой колбочки, нам нужно хотя бы 3 штучки. Как ты угадываешь, что у меня в рюкзаке? А, все, а я все вижу. Опа, спасибо, блин, так как раз таки 3 штучки. Вон этот дракон, нам надо сейчас с ним расквитаться, потому что, кстати, у меня очень мало хп, я только сейчас это заметил, надо быстренько покушать и восстановить здоровье. Так, надо к нему сзади подкрасться незаметно и нанести удар. Опа, опа. Давай. Ой, нифига себе, нифига себе. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ой-ой-ой, он меня поджег. Бежим, 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 бежим. У меня 2 сердечка, помогите. А, 1,5. Нет. Ой, я умер. О, здравствуйте. Ой-ой-ой, подожди, так-так-так. Где мои вещи? Где мои вещи? О, я вижу твою могилу. Когда будешь поминки праздновать? А там будет еда. Надевай броню скорее. А сзади тебя Беззубик. Нет, Беззубик, бежим отсюда, летим. Быстрее, быстрее, быстрее. Надо его спрятать вот сюда, вот куда-нибудь. Так, Беззубик, сиди здесь и никуда не уходи. Юни, я бегу к тебе, я сейчас тебя спасу. Где моя могила? Где моя могила? Ты ее не видела? Не, не видела. Вот она, все, я забрал вещи. И информация о смерти. Беззубик, что ты творишь? Влетим отсюда, быстрее. Так, сиди здесь и не рыпайся, не выходи отсюда. Так, надо тебя посадить каким-то образом. Ай, господи, он не хочет, меня не слушается. Юни, быстрее помоги мне, он здесь, он меня атакует. Он на меня загорелся, бей его, бей его. Так, 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 ой-ой-ой, мне надо быстренько отойти. А, он меня видит, да почему он на меня агрится? Нет, я успею, я успел. А, ну да, конечно.
Я наконец-то его убила, спустя 10 тысяч смертей. А ты его убила? Да серьезно, как ты это сделала? Ребята, если что, я помогал. С помощью этого меча. Серьезно? Нет. Но это не отменяет того факта, что я помогал, ага. Да. Ребята, наконец-таки мы это сделали. Я уже давненько не помню, чтобы убить дракона было такой сложной задачей. Просто с моим мечом на Астроту 5, который остался, блин, на нашей базе, это делалось просто за 3 удара. А теперь нам надо просто, наверное, полдня бегать и фигачить его. Так, давайте попробуем добыть сразу с него кровь. Вот так вот и вот так вот. И теперь надо с него добыть кости. Ты умеешь добывать кости с дракона? Нет. Это очень и очень сложно, Юни. Надо всего лишь кликать правой кнопкой мыши. А. Я же сказал, что это очень сложно. И не говори. Смотри, что есть. Опа. Какой огромный. Плоть огненного дракона. Попробуй ее скушать. Она очень и очень вкусная, очень питательная. Попробуй, попробуй. Ну-ка, тебе вкусно? Беги в воду скорее, бегу в воду. Бегу. Я думал, ты уже умерла. У меня, кстати, есть сердце дракона. Оно тоже вроде съедобное, а вроде бы и нет. Даже не помню. У меня есть черная кость. О, у тебя есть черная кость, она нам как раз таки пригодится. Ладно, побежали наверх скорее. Ой, начался дождь. Так, Юни, что мы сейчас будем делать, получается? Да, а, что? Я тут увидела. Что? Да-да-да-да. Нет, могила, Райм, ты был хорошим, еще одна могила, нет, только не ты, ты был очень хорошим, подожди, стоп, это голова Алекс, так, подожди, Райм же это кто, это я, правильно, но я же здесь, а это тогда кто? Это твоя вторая сущность. Нет, это самозванцы. Ты чё, вот я чуть не расплакался. Сейчас дождик пошел, я думал, это самое. Все, уже это самое. Сейчас будем праздновать поминки, но не судьба. В общем-то, ладно, неважно. Так, ладно, я поставил верстак, и ты только взгляни. Этот дракон разрушил половину леса. И дай мне, пожалуйста, кость Волан-де-Морта. На. О, спасибо. Блин, откуда она, кстати, у тебя кость сушителя? Откуда ты ее достала? В смешных ценах. О, Цуми. Ты, походу, дело там половина магазина скупила. Ничего себе. Ладно, так, по-моему, это делается как-то вот так вот, я не помню. Потом вот так вот, и вот так вот. Это меч из кости дракона. А подожжем мы его с помощью чего? Огня! Неправильно, с помощью крови огненного дракона. И, о, стоп, откуда здесь 3 верстака? Со смешных, сумма, там 2, 1 равно 3, 2, 4... 548. 5 минут 10 десятого. Не, у нас нет шизы, все хорошо, да-да-да, с нами все нормально, с Новым годом. Теперь берем меч и вот так вот. А, я давно этого ждал, у меня такого никогда не было. Огненный меч из кости дракона, ну-ка, посмотри, как он классно выглядит. Я в шоке. Ты зомби, зомби. О, оно исчезло. А, что ты сделал, ты сломал мою дорогую маску из смешных Сума. Ну, простите, я могу тебе другую дать, вот держи. Ну, спасибо. Короче, теперь у меня есть такой крутой меч, если хочешь, мы можем тебе сделать такой же, но ледяной меч. Ребята, если бы вы хотели, чтобы мы Юни сделали ледяной меч, поскольку у нее дневная фурия, плюс она вся такая в синем, то обязательно пишите об этом в комментариях, а также ставьте лайки. Ну, а с вами был я, Райм, и Юни, всем удачи, всем пока! Всем пока!